Hey guys, с вами Лиза Найс и мисс Николь, и мы сегодня снимаем совместное видео. Чтобы вы понимали, сколько тебе лет? 9. И сколько ты занималась за свою жизнь гимнастикой? 6 лет. 6 лет гимнастики. И чтобы вы понимали, я всегда очень сильно хотела пойти на гимнастику, но как-то у меня не складывалось, поэтому я всему училась дома. И знаете что? У меня плюс-минус нормальная растяжка, плюс-минус умею там делать колесо, что еще умею. Короче, сегодня посмотрим, что я умею делать. И суть сегодняшнего видео в том, что сегодня Николь будет мне показывать разные гимнастические штуки, которые я должна буду выполнить. И знаете что? Мне кажется, я не выполню. Мне безумно страшно просто потому, что Николь занималась 6 лет своей жизни гимнастикой. Я ни дня не занималась гимнастикой, поэтому будет очень круто, классно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно переходите на канал Николь, подписывайтесь. А мы погнали! Начнем с самого простого. Ага, это мы подтягиваемся. Колесо. Хорошо, колесо я знаю, как делать, но покажи все-таки. Ага, чтобы вы понимали, я научилась этому в 5 лет. И сейчас я покажу, как я это делаю. Это самое легкое. С первым заданием я справилась, я думаю, дальше будет намного сложнее. Давай с самого простого будем начинать. Рандат. Так, рандат, я вроде знаю, что это, но лучше покажи. Вдруг я не... Ой, слушай, я делала такую штуку очень давно. Я надеюсь, мне выйдет. Ладно, я попробую. Как думаешь, я смогу сделать или нет? Ставим ставки, да. Да. Уверена? Да, нет. Сейчас остановите видео, напишите в комментариях, да или нет. Еще раз напоминаю, я ни разу в жизни не ходила на гимнастику. Ну, ладно, сейчас. Боже, как это было страшно, честно. Но я обожаю рандат, я его когда-то давно делала, и на батутах я его постоянно делала, поэтому рандат я люблю. А теперь сальтуху! Я думала, ты сейчас делаешь сальто. А ты умеешь, кстати, сальто делать? Только на батутах. Вот, чтобы, то же самое. Чтобы встать на ноги, только на батутах. Это да. Переворот вперед. Давай, ух, реверс сделаем. А вот такую штуку я плохо делаю. Так, первый. Раз, о! Ты встань только. Сейчас. А, мне встать надо? Да. Хоба! А теперь обратно. Ну, видишь, же получилось. Ну, у меня настолько криво, ребят, я уверена, что вы видите разницу. Поэтому ставьте лайки. Да, да, там пишите, такая что... разница просто. Да, потому что мне это выглядит супер криво, потому что я сама дома училась. Кучу раз падала, так и не научилась нормально. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, сложно ли это сделать. Как вы думаете вообще? Да? Короче, сейчас увидите. Я думала, ты просто перевернешься. Подожди. Господи. Смотри. Подожди еще раз. Смотри, я стою на коленях. Я сама вставать не умею. Смотри, но ты становишься, выкатываешься. Я знала, что этот момент когда-то будет. И я знала, что вот что-то я из этого 100% не сделаю. Но почему-то моя уверенность в себе сказала мне обратное. Смотри, я могу сделать вот такую штучку. Она чуть-чуть отличается. Чуть-чуть. Да, стоя. Ты уже стоишь. Немножко отличается. Оп. А нет, это я должна. Ты перекат хотела сделать, я поняла, что ты хотела сделать. Ай-яй-яй. Если у меня сейчас спина скажет до свидания, ну ничего страшного. Ничего страшного, в принципе, каждый день. Я просто боюсь это делать, потому что когда я делала дома, то, что я не умею делать, очень часто было такое, что я или падаю, или наворачиваюсь. Я сделаю раз, сначала как хочешь, так и сделаю. А потом такая хоп. Хорошо, нет, ребят, я думала, я смогу это сделать, но это сложно морально. Подготовиться реально это сделать. Я не выполняю это задание, потому что это супер сложно, и без поддержки этого делать не буду. И, кстати, что хотела сказать. Если вы чего-то из этого видео не умеете делать, не делайте это дома, потому что это может быть опасно для вашего здоровья. Лучше пойдите к профессионалам. Класс! Типа, смотри, давай я попробую отдельно одну часть делать, отдельно вторую. Да, давай. Потому что вторую часть я когда-то умела делать. Чтобы это разделилось давай на два или нет? Так, подожди, я когда приземляюсь, я просто должна вот так приземлиться. Так, еще. Просто тогда делай на мате. Класс! И просто приземляйся на мате. Хорошо, делаю. Ничего необычного. А,
Лиза, тебе плохо? Вы слышали, как у меня пальцы хрустнули? Ну подожди, я сделала? Да, молодец. Калично, но я сделала. Все. Засчитываем это. Это было больно. И дома такое не делайте. Короче, я эту штуку когда-то давно делала, но знаете что? Я безумно сильно устала. Я не понимаю, как ты еще живая. Смотрим еще раз. Ты его так поставила? А руки куда? Да. И все, это не сможет. Ставь вот сюда руки. Да, вот дальше. Чтобы ты могла толкнуться. Все, они вот так. Есть. Да, чтобы ты потом могла вы. И я изначально их так ставлю, правильно? Да. А давай тебе в реверсе так. Пожалуйста, давай не это, давай следующий. Я тебя умоляю, просто это очень сложно. Хорошо. И эту штуку я сделала только что. Это было, короче, сложно, я не хочу. Все, да, я помираю. Короче, делаем что-то дальше. Давай что-то попроще. Ну просто становишься типа на локте. Угу. И перекидываешь вперед. В принципе, это выглядит сложно. Стой, дай я попробую. Но я примерно сейчас понимаю, как это сделать. Да, оп. Мне кажется, у тебя... У меня почти вышло. А давай попробуем что-то легенькое, типа... Слава богу, легенькое. Типа колесо на одной руке. На минуточку. А, или... Или стой. Давай колесо на одной руке. Хорошо, ладно. Все, я делаю колесо на одной руке. 3, 2, 1, хоп. Класс. И следующее, что ты хотела мне дать? Я не знаю, у меня есть. Боже, два... сейчас это будет настолько сложно, у что меня я есть просто... Два вида переворота. Я не знаю, какой. Давай и один, и второй. Если я что-то из этого смогу сделать, я уверена, что ничего из этого я не смогу сделать, то тогда уже... Берем одну руку. Одну руку. Одну руку. Я сейчас урокну. Если у меня приземляется первая эта нога, значит, я должна первую руку вот эту ставить. Вот эту. Нет, я так перевалюсь в ту сторону. Короче, почему? Давай сейчас... Подожди, как ты делаешь? Нет, наоборот, на этой будет неудобно. Ну, мне неудобно на этой, я делаю на эту. То есть, типа, я на этой стою. Я не перевалилась. Нет! Нет, Лиза! На расслабоне ночи. Я не буду этого делать. Хорошо. Чтобы вы понимали, у меня только что настолько страшный момент был. Я поняла, что я вторую руку не успеваю подставить. Падаю на палец. Понимаешь, я сейчас как выгну себе спину. Все, я не буду это делать. Спасибо большое. Я лучше, если захочу это научиться, я пойду куда-то на гимнастику. Потом давай, пожалуйста, что-то полегче. Смотри. Какие-нибудь не перевороты. Ну ладно, давай перевороты, но полегче, если есть. Перевороты? Нет, не переворот. С левой ноги начинаем, впервые в жизни начинаем с левой ноги. С левой? Да, я правша. Я бы не смогла с левой, но такой элемент. Окей. Ты понимаешь, что я буду делать? Смотри. Две руки. Слава тебе, Господи. О, вот это классно, что две руки. Смотри. Угу. Поняла? Просто берешь с левой. То же самое, только... Подожди, левой. А я ноги не поняла, что ты сделаешь. Раз, тогда. И просто поменяла. Типа, вот эта нога, смотри, вот эта нога все время остается наверху. А смотри, а если я нога? Обычно вот эту у меня нога первая приземляется, я могу делать, смотри, вот так с правой, раз, два, стой, а-а-а, а если на левую приземлишься, раз, два, смотри, мне тоже очень неудобно, я боялась, что я очень упаду сильно, потому что это левая нога, а я не левша, но... Ты по самой середине меняешь ногу и приземляешься уже на свою. Окей. Ребята, пробуем. Мы очень все позитивно быстро. С первой попытки! У-ху! Я думаю, это не сделаю почему-то. Но это оказалось достаточно легко. Поэтому мне нравится. Короче, Николь, что я предлагаю? За это все время я не выполнила заданий 2-3. Да. Вот, но остальное, в принципе, плюс-минус было хорошо. Да. Я надеюсь, вы это оцените лайком. И что я сейчас предлагаю? Короче, давай я дам тебе несколько заданий, которые ты попытаешься выполнить. Сможешь? Да, давай. Хорошо. Начнем с первого. Я не знаю,
Типа это первое пришло мне в голову почему-то. Берешь вот так вот, раз, два, и ходишь. А, всего лишь-то? Тут какая-то штука очень. Мне кажется, балерины только так умеют. Хорошо. Усложняем задание. А, у меня есть один козырь в рукаве. У меня очень гибкая спина, знала? Да. Короче, я видела. Смотри, в чем суть задания? Но ты можешь не делать, потому что можно себе надорвать спину. Ты берешь, становишься, берешь, руки опускаешь. Идешь. Так, подожди, сейчас не пробуй. Идешь, спускаешься, чуть-чуть их переворачиваешь. И твои руки должны оказаться возле пяток. Полностью ровные ноги. Я должна сесть, типа, вот так именно по рукам вывернуть, или я могу встать на мостик, а потом захватиться? Вообще все равно. Давай, если что, я буду подстраховкой, ребят, не пробуйте это в домашних условиях. Да ладно, все равно. Только аккуратно. Давай, если что, я тебя держу. Не, я умею это делать. Хорошо, я просто тебя буду поддерживать. Офигеть. Давай, вставай. Опа. Короче, итог один. Я не могу найти то, что не может делать Николь. А Николь очень легко нашла то, что не могу делать я. Короче, и как получается, мне скоро 16, Николь скоро 10. И в итоге Николь умеет просто намного больше всего в гимнастике. Ну, я же на гимнастику ходила 6 лет. Ну, это да, это на самом деле очень круто. И, ребят, мы очень надеемся, что вам понравилось это видео. И, кстати, это было видео про то, как Николь учила меня заниматься гимнастикой, собственно говоря. И есть еще один ролик у Николь на канале, как я учила ее пранковать, поэтому обязательно по ссылке в описании переходи и смотри этот ролик. С вами были Лиза Найс и мисс Николь. А всем пока! Пока! Ставьте лайки, пишите в комментариях, понравился ли вам этот выпуск. Всех любим! Пока!